18 января 1919 года братья Уолтер и Хорас Бентли основали в лондонском районе Криклвуд компанию Bentley Motors Limited. Из-за финансовых сложностей уже через полгода фирму пришлось перезапускать, поэтому официально Бентли считает своим днем рождения 10 июля. Праздновать свое столетие британцы уже начали с выставки «Ретромобиль» в Париже, где компания выставила Bentley EXP2 – свой старейший автомобиль. Первая серийная модель Bentley 3 литра выпускалась 1921 года, но ей предшествовали три прототипа. Первый не сохранился, а вот второй и есть EXP2. По совместительству это первый Bentley в истории, который выиграл гонку. Bentley EXP2, хоть и был второй экспериментальной машиной, но в ее изготовлении использовались детали EXP1, поэтому это, без сомнения, самая старая машина Bentley в мире. И здесь, на ретромобиле, мы показываем ее впервые, в честь столетия Bentley. А рядом с ней стоит наш последний Continental GT, запущенный в ноябре. Выпуск этой модели продолжится в год нашего столетия. Празднование юбилея продолжится через 2 недели на Женевском автосалоне, куда Bentley привезет новый автомобиль. Судя по тому, что мы видим на анонсирующем видео, это будет спорткар, вдохновленный другой старинной моделью – Bentley Blower, которая обладала мотором в 4,5 литра и выступала в Лимане 1930 года под номером 9. Гонщик Генри Беркин прошел всего 138 кругов из суточного марафона, пока не пробил колесо в инциденте с немцем Рудольфом Карачиолой на Мерседесе. Слопнувшись шиной, Bentley вылетел за пределы трассы, но двигался по траве со скоростью 200 км в час и даже установил рекорд круга – 6 минут 36 секунд. Гонку тогда выиграл другой автомобиль Bentley, но подвиг Беркина вошел в историю. И на грядущем автосалоне в Женеве британцы намерены напомнить миру эту легенду.